Эта история началась с одной семьи, живущей в частном секторе нашего города. У них была старая собака, которую они держали на привязи, однако иногда выпускали ее на прогулку. В один день, после прогулки, собака пришла домой с четырьмя щенками новорожденными. Муж семьи на дух не переносил эту собаку, и он был в ярости, когда узнал о ее пополнении. Однажды, когда жена пришла с работы, она заметила, что щенков не было нигде. Муж не говорил, куда они пропали, пока женщине не послышалось поскуливание из уличного туалета. Когда она заглянула внутрь, то обнаружила, что муж выбросил всех четырех крохотных щенков в выгребную яму уличного туалета. Женщина изловчилась и достала щенков из ямы, принесла их в клинику. Двое из четырех щенков не выжили, но еще двое боролись за жизнь. Щенков поместили в отделение интенсивной терапии. Один щенок был в жутком состоянии и требовал круглосуточный уход, а другой требовал пристального наблюдения. Щенки постепенно начали улучшаться и набирать вес. После нескольких недель заботы о них, они полностью окрепли и были переданы новой семье. Женщина, которая принесла щенков в клинику, забрала их и уверила персонал, что найдет для них лучший дом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!